Всем приходящим без зла желаю только добра. С вами Шаман, канал Шаман Блэр. И сегодня у нас вафля, господа, на карте монастырь. Танком управляет игрок под никнеймом Ex-Russian Hooligan. Бывший российский хулиган, если я правильно понял. Ну что ж, карта для вафли далеко не самая удобная. Для вафли вообще мало удобных карт. Подождите-ка, сам бой я не смотрел. Результаты боя, конечно, видел. Подождите, он что, в центр? Братан, там две бабахи. Он в центр едет. Да ты что? Тихо. Да как? Да... Он решает поехать в центр? Давайте посмотрим, что из этого получится. Сам бой-то я не смотрел, господа. Результаты боя видел. Нет, центр — одна из ключевых позиций вообще на карте монастырь. Тут я с ним не спорю. Это было до изменения карты и после тоже так осталось. Только единственное, что сейчас там, наверное, играть сложнее еще в этом центре. Тем более на такой бандуре. И так врывается. Будет на каток. На каток будет ставить, я хотел сказать. Нет, не ставить на каток. Здесь опасно. Здесь можно получить прямо с респа. Нет, нет, никто в него не стреляет. Дает 1000 урона. Сзади, сзади. Хорош. Пошла заруба. ЕБР вражеский. Но, видимо, дуркует. Сейчас объясню, что я имею в виду. Вражеский ИБР, эта карта, она не только для вафли. Ух ты, мимо промахнулись с него. Не только для вафли неудобная. Она и для вот на колеснике здесь, на этой коридорной карте, что тут делать? Вот он решает подурковать, подурковал. А думал, может быть, отправит в ангар артиллерию. Ну, очень часто так делают, я вам признаюсь по секрету, на ИБРе именно иногда так делал я. Что тут еще делать? Ну, я не находил себе, честно признаюсь, другого занятия, как вот так вот дуркануть, поехать в попытке уничтожить вражескую артиллерию, поехать на вражеский респ. Грешен было, бывало, согласен, бывало. Так нельзя, не берите с меня пример. Так. Хорош. Хорош. Первый барабан, 2391 урона. На так называемом ухе союзники, видимо, потерпят фиаско. А на воде сейчас, мне кажется, они тоже потерпят фиаско. Аску, а вот и бабаха вражеская отправила кранвагона союзного в ангар. Я удивлен, что, во-первых, игрок еще вообще ни одного урона не получил. Но еще больше удивлен, как он вообще сюда заехал. Это вообще, это какая-то, это что, гениальнейшая тактика какая-то? Я согласен, что центр — одна из ключевых позиций на этой карте. Я даже не спорю. Там же бабахи, братан! Ну, как на этой бандуре здесь играть? Прячется за домиком. Вот там могут стоять чуть левее. Вот здесь могут... Что-то... Что он творит? Да что он делает? Бабаха разряжена! Бабаха разряжена! Трюк выполнен профессионалом. Не повторять! Опасно! Что он делает? Вы что? Он еще не получил ни одного урона, а мог уже запросто быть в ангаре. Да. Так, ну что, минус 2400 по хп, счет 5-7. Не сказать, что все это критично. 6-8. Да, конечно, у вафли есть плюс. При условии пробития любая артиллерия отправляется в ангар с одного выстрела. Если, конечно, ты ее пробил. Хорошо. Стреляет голдой. Там вроде бы голдой 358 пробития. И скорость полета там хорошая, 1500, да? 352 пробития, скорость полета 1500. Скорость полета хорошая, очень хорошая. Хорош. 4000 урона, 4 фрага. Все-таки центр вот этот вот, он... Хорошо, что он сюда приехал.
очень роляет центр на этой карте. Ух ты, тестолетик фугасиком, да? Да-да-да, фугасиком тестолет решает, пока заряжает барабан, поехать сюда на Ягпанзер Е100, как я еще называю бронеизба. Да, тестолет светится уже с другой стороны, он уехал. Сзади, значит, никого нет. Артиллерия, может быть, даже нанесла какой-то урон. Уф-уф-уф-уф-уф. Вот, желательно через каточек. Желательно через каточек. Помогли. Помогли друг другу. ТВП помог. Хорошо. 4600 урона. 5 фрагов. 4 снаряда в барабане. Будет заряжать барабан? Или попытается обратно в центр заехать? Какой-то бой сумбурный, хаотичный какой-то. Ну вот это вот удержание центра, конечно, оно очень важно. Оно очень важно. Это при условии, что противники полностью заняли ухо. Они еще не выиграли. Хм, интересно. Интересненько. Так, ну что, ЕБР союзный, между прочим, делает очень большое дело. Дает информацию, что, по крайней мере, там никого нет. Он решает сюда. Но ХП много, можно и ошибиться, да, я имею в виду получить. Какой, какой тайминг! Давай каточек, каточек давай. Уф, уф, уф. И как раз, если пробьет, как раз на 4 снаряда ему был вражеский из 4. Ай, хорошо. 6600 урона, 6 фрагов. Хорош. Вафле нужен затяжной бой. Вафле, конечно, для нанесения каких-то таких больших цифр по урону нужен затяжной бой. Так, ТВПшечка поехала туда, дает информацию по тестолету. ЕБР в то же самое время союзный, я смотрю на миникарту, дает информацию, что там никого нету. Это очень хорошая, полезная информация. ТВП догнал, таки добил вражеского тестолета. Почти заряжен барабан. Как же ему везет в этом бою с таймингами. Невероятные тайминги. Каточек бы. Хотя... Это у меня привычка на каточек. Ля-ля-ля, спрятался. Ля. Уф, согласен. Выцеливает, выцеливает. Ах, жаль. Ух, хорош. Добил. Хорошо. И остался... В 111.5 айс противников из вражеской команды. Странно. Странно что? Что странно? Странно, что здесь похоже на победу, господа. Вот что странно. Судя по тому, что я видел на миникарте, где находились противники, я не знаю, почему они не... Они должны были сухо все это... Во-первых, должны были, по идее, противники приехать, отправить в ангар нашего героя в центре. Я не знаю, о чем они думали. Итак, господа, вызы, вызы, вражеские вызы. 111.5А, говорят, имба. Видимо, берег ХП, чтобы тащить. Да фиг с ним тащить, ты хотя бы расстрельни. Чья имба? Чья имба потерялась? Потеряшка! Потеряшка! Хорош! Мастеросик, нубы нашивочки, медаль Редли Уолтерса, основной калибр, танкист-снайпер, медаль воина, почти 10 тысяч, 9533 урона, 8 фрагов, минус по серебру, но за такой бой не жалко, лупендил голдой, все верно. Всем спасибо за внимание, с вами был Шаман, канал Шаман БЛР, всем приходящим без зла желаю только добра, до новых встреч в эфире, всем пока, всем до свидания.